Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея, телеканал Евроспорт Голд. Рад вас приветствовать. И мы с вами отправляемся в Соединенные Штаты Америки, в Баффало. Кибэнк Центр приветствует Кейн. 9-й Урали, 90-й Райнхард, 23-й. Пульёж, 67-й Ларсен, 22-й Акпоса, 21-й. Гиргенсонс, 28-й. Пёрстрандам играет наш Артемий Панарин. Так что Мод, 64-й, Дюбуа, 18-й. Количество пропущенных шайб еще связано с тем, что в лазарете у Сейберс находится достаточно много игроков. Вот опасный момент у ворот Сергея Бобровского. Тут и пока вот в предыдущих 10 играх у Коламбуса 6 побед и 4 поражения в матчах на выезде. И вот из 10 матчей в 7 играх. 30 еще играть. Уже в полном составе Баффало. Но так по инерции продолжает Коламбус. Айкел на точке. Выигрывает шайбу для своей команды. Тут Робин Леннер не слишком удачно выбрасывает шайбу. Но тут же исправился. Такие удивительные цифры. Потому что сейчас команды не слишком результативно играют. Ну вот из этих последних 5 матчей так... Но видите, достаточно высоко сейчас начинает встречать соперник кисты Коламбуса. Но контратака Айкел! Джек Айкел имел шикарный момент. Держаны Коламбусом над Детройтом, Монреалем и Нью-Йорк Рейнджерс. 2 шайбы всего лишь в этих матчах пропустил. Кстати, вот что касается вторых периодов, то у Коламбуса 21 шайба забита, 17 пропущено. Ну, а, кстати, для Баффало второй период самый неудачный. Вот, посмотрите, шайба в воротах. Ворот, вот за это большинство такие стахаяйской команды наносят. Выходит 5-й полевой игрок. И Бобровский вступает в игру добивания. И как сейчас шайба не оказалась в воротах. Ну вот, смотрим этот опасный момент, когда тут помогли, конечно, Бобровскому полевые игроки. Против Фолинио не фалят. И какую передачку он на Савара, а? Сделал неплохую, но броска так и не было. Вот сейчас момент. И чуть было шайба от щитков. В зоне. И вот, пожалуйста, ошибка. 1-1 выход. Бросок. Промахивается Каматкинсон. И ответ Айкел. Припридержал шайбу. Подключает защитников. Райли. Бросок в ближний угол. Бобровский. Бэй. И бросок. Ой, чуть-чуть не хватает Баффало, чтобы сравнять счет. Да, пока вот из тех матчей, которые сейчас идут, наша игра самая нерезультативная. Лишь одна заброшенная шайба. По заброшенным и пропущенным в третьих периодах. Бросок по воротам, Бобровский. Из 24 бросков лишь с одним не справился Леннер. И 17 спасений. Вот сейчас уже 18 у Сергея Бобровского. Бросок, добивание! И молодцом тот, конечно, Бун Дженнер. Уже... Бросок по воротам, добивание! Какой момент! Бобровский. Добивание. Ох, очень сейчас опасные вот эти вот наброски развязаны. Достаточно просто. На простучную игру перешли игроки Blue Jackets. И вот Панарин. Айда Артемий. Вот Панарина за Коламбус. Ой, как легко играючи просто уходит от Марка Скандел. Наблюдателем в этом моменте и вратарь Робин Леннер. Кибэнк Центр. Баффало Сейбрас уступают на своей площадке Коламбусу 0-2. Совсем недавно Артемий Панарин забросил вторую шайбу в этом матче. И для себя 5-ю в сезоне, а это 3-0. А это 3-0.
был на острие атаки у чужих ворот. Бонженер. Вот, видите, неплохо тут сыграл он. Отдавая передачу на Дубинске. Аткинсон сразу не сумел забить, а делает это Бонженер. 3-0, 3-0. Конечно, преимущество для Коламбуса. Нужно как можно скорее первую ответную шайбу Баффало забрасывать. Ходили они все вокруг да около. И вот, посмотрите, сразу же ответ. Сразу. Антипин набрасывает. Да, ну и показал, что все-таки подставил там клюшку. 23-й номер Баффало. Но в любом случае, как минимум, результативная передача будет записана на счет Виктора Антипина. Прорывается по борту. Андерсон. Сейчас стараются упростить свою игру исты Коламбуса. Ну вот момент. Все равно возникает. Бросок и гол! Вот это да! С кистей бросок. Ну и Айкел, конечно, шикарный пас. Было время прицелиться у Кейна. Говорил я, что в последних 6 матчах у него 6 очков. 4 плюс 2. Выигрывает Баффало. Айкел. И момент! Ой, тут-то просто куча мала. И не видит арбитр шайбы. Идет просмотр момента. В общем, ситуация не из легких для арбитров сегодняшнего матча. Ну и вы слышите по реакции трибун. Нет гола, говорят арбитры. Естественно, негодование болельщиков Баффало, которых здесь подавляющее большинство. Смешались в кучу кони люди, да? Пляют нам. Еще один бросок. Просто артиллерия расстреливает ворота Бобровского. И дальние, и со средней дистанции бросают. Урали! Бросок! Опасно! Серия рикошетов. Чтобы успеть добежать до чужих ворот. Ой, и более того, неудачная подкидка. Все. Мы можем поздравлять Коламбуса с этой тяжелой победой. Были 3-2 победа Коламбуса. Поздравляем мы Сергея Бобровского и Коламбус с 4-й победой подряд. Ну и действительно, после 4 поражений